Что касается моего мнения насчет новой столицы, я считаю, что официально будет такой город вроде пустыня, а вот для каждого человека надо будет что-то вроде своей. Если ты живешь в деревне красиво, так и лучше ее любить. Она будет сама, она будет сама по себе, не городом, не столицей мира. Так лично мое мнение такое. Хотя, как бы это мысли по партии, самый лучший город это Норильск. Так как он обогнал Москву, значит, он и будет стать сильнее, что это поделать. Никель, вперед! Все. А как ты получаешь? Так, мы с вами фоточку еще раз. Все нормально. Молодцом. Ну, ее цвет как бархатный, такой черненький. Подержи пока чуть-чуть, ладно? Не уходи только. У меня менеджер 67-го года родилась. Мама бабушки инженер-физик Нина Анатольевна. А бабушка-папа лифтер 32-го года Светлана Александровна. Да теперь она уборщица. Что смешно? Да. Прошу, у тебя нужно делать. Сашка! Работай за. А что такое баба? Баба, это слушай. Баба. Не успела вылезти. Баба. Так, только старайся в камеру. Можешь сесть. Вот рассказывать, чтобы ему удобно было. Можешь как-то это мама. Мама родилась в 1963 году. Она бандитная. Мы были в Америке. Родился в 1963 году. Кто? Родился в 1966 году. Бабушка, папа, Тамара Александровна родилась в 1936 году. Бабушка, мама родилась в 1939 году. Это я, ученица третьего года. Мама медсестра, работает в стоматологии. Зовут ее Наталья Игоревна. Ей 32 года. Мой папа работает строителем. Зовут его. Что вы? Коскин. Сейчас. Леонид Николаевич. Ему 34 года. Ну что ж, спасибо. У меня работает кнопочка мама. Отчество Алексеевна. Она работает учителем. Родилась в 55 году. У меня есть брат.
Он учится в старшей школе, в 5-м Б-классе. Его зовут Кирилл. Моего папу зовут Владимир. Он военный. Родился в 53-м году. Я ученица 3-го Б-класса. В данный момент я составляю родословное дерево. У меня работают всего 3 кнопки. Моего брата зовут Борис Евгений Сергеевич. Он ученик, учится в гимназии номер 15-17 1988 года. Меня зовут Саша. Я учусь в 3-м Б-классе в УВК номер 1774 1989 года. Моего папу зовут Борис Сергей Евгеньевич. Он родился в 1958 году. Врач. Мама у меня тоже врач, родилась в 1957 году. Кудряшова Наталья Евгеньевна, врач. Бабушка у меня Валентина Сергеевна. Родилась в 1934 году. Спасибо, Саша. На уроках информатики я составляла родословное дерево. Оно у меня получилось вот такое. Да. У меня работает 6 кнопок. Меня зовут Дубровская Марина Владимировна, родилась я в 1990 году, ученица 3-го Б-класса, УВК 1774. Мою маму зовут Дубровская Ольга Евгеньевна, родилась в 1955 году. Она воспитатель-учитель. Моего папу зовут Дубровский Владимир Осипович. Родился он в 1953 году. И у меня есть еще брат, его зовут Олег. Просто Олег Владимирович. Он родился в 1991 году. Ученик 2-го В-класса УВК 1874. Это пока все кнопки, которые я успела создать. Класс, мне 9 лет. Моего папу зовут Беликов Леонид Леонидович. Он работает милиционером. Лицевую сторону. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Ему 32 года. Значит, у меня есть мама. Ее зовут Беликова Екатерина Анатольевна. Ей 31 год. Она работает учителем. У меня есть дедушка. Беликов Леонид Леонидович, он на пенсии. У меня есть бабушка. Родственники русские. Ну, если все, то все, да? Это папа Коголенко Максим Александрович. Гравист. 28 лет. Дедушка Иванков Виктор Васильевич. Банкир. 49 лет. Бабушка Иванкова Надежда Борисовна. 48 лет. Спасибо. Вот Алексеева Наталья Юрьевна. Ей 36 лет. Она работает врачом. У меня есть папа. Ему 45 лет. Он работает на компьютере. Программистом. Мою бабушку зовут Тяпкина Галина Федоровна. Она на пенсии.
Ей 61 год. Мой дедушка работает инженером. Он ему 60 лет. У меня есть двоюродный брат. Он учится в институте. Ему 15 лет. Все. Четыре кнопки. Это я. Гончаренко Елизавета Николаевна, ученица 3 Б класса. Готи до Бардау. Хобби чтения и конный спорт. Есть сестра Лида. Мама. Гончаренко Наталья Владимировна. Раньше была Чедайла. Домохозяйка. Дата рождения 18.09. Ей 33 года. Родина Бардаул. Дом. Есть два ребенка. Лида и Лиза. Хобби чтения и есть сестра Яна. Папа. Это папа. Григорий Николай Гончаренко Николай Григорьевич. Музыкант. Хобби чтения и любит слушать музыку. Есть брат, дядя Володя. Это бабушка. Чедаева Лидия Степановна. Врач. Родина Бардаул. Хобби ухаживания за животными. И есть сестра Люся. Ей 56 лет. Меня зовут Саша. Я учусь в 3 Б классе УВК 1874. Я родился в 1989 году. Мою маму зовут Гороган Людмила Николаевна. Девичья фамилия Дыхова. Родилась 12 февраля 1960 года. Место рождения – город Москва. Место работы – архив ВГТРК. Хобби – уход за котами. Моего папу зовут Гороган Сергей Александрович. Родился 21 июня 1956 года. Место рождения – город Днепропетровск. Он военнослужащий. Его звание – подполковник. Хобби – уход за котами. Кандидат технических наук. Первая самая страница. Вот. Спасибо. А кнопочка конечно, работает? Да, только одна папка. Конечно. Все будет ходить под закатом. У тебя работает папирус. Спасибо. Настюша. УВК номер 1874. У меня есть две тети. Таня и Оля. Мою маму зовут Башурова Наталья Викторовна. Работает соцработником. Папа любит работать на компьютере. Его зовут Башуров Андрей Анатольевич. Дедушку зовут Толя, бабушка Зоя. Они на пенсии. И вот и мамину вот маму зовут Лита и дедушку Витя. Все тоже на пенсии. Зовут меня Виктор Сергеевич. Учусь я в 3 Б классе. Родился в 1990 году. 25 июля. Мама у меня родилась в городе Воронеже. Работает в УВК 1874. Хобби шитье. Папа родился в городе Кяхте. Звание подполковник. Готовит он хорошо. Также у меня есть бабушка. Она, хобби у нее вязание. Вязание. Это Диман, папа. И читаешь при этом, наверное, имеет смысл. А это город Норильск. Рождение город Воронеж. Место работы УВК 1874. Хобби шитье. Папа, рождение город Кяхта. Звание подполковник.
готовит хорошо. Что? Хобби у него на компьютере. Финтик достает. Сегодня произошел первый опыт защиты проекта с помощью компьютера. И я надеюсь, что к следующему проекту, о котором мы начнем говорить на следующей четверти, вы накопите и больше материалов, такой материальный, и уже на базе своих знаний, сделанных сегодня, вот за эту четверть, будете более активно использовать компьютер в своем рассказе. И благодаря красивой подаче материала, вот Саша с Витей резко вырвались вперед. Потому что у них сделано мало на троечку, но они хорошо показали тот материал, который накопили. И у них только Лиза еще так по-серьезному отнеслась к дополнительной информации, которую мы обсуждали раньше. Не только имя, отчество, год рождения, а еще и интересы ваших родственников. Вот у них троих наиболее полная информация про каждого члена семьи, которую они успели написать. И это тоже очень хочется поощрить. И поэтому большинство из вас спорные оценки были увеличены в лучшую сторону. Да. Так что троечников у нас осталось мало. Но те, которые остались с тройками, я надеюсь, что в следующей четверти эти тройки все. Мы вкладывали много усилий, чтобы вот это все сделать. Но все-таки довкладывались. Но мы преодолели тоже вот эти сложные делания кнопок. Это было трудно сделать за 5 минут, за 10. Ну, в принципе, по-моему, что-то все-таки получилось из этого всего. В общем и целом. Когда мы ходили рассматривать деревья, мне понравились все деревья, потому что каждому, видимо, нравится свое дерево, и у каждого свой вкус. Ну, тут что-то еще, да? Денис, вслух, пожалуйста, а не только в кулуар. Так, ну что, садись, пробовал такую рамку, в которой можно написать, сколько мне лет, или там про папу. Но про папу я еще не сделала до конца. Он совсем скопил. Я родился в 1990 году. Мамино отчество Крылова родилась в 1969 году. Мама давно жила на проспекте Мира. Папа учится в Польше, родился в 1965. Папе 33 года сейчас, а маме 30. Я сделала только одну кнопку, это кнопку папа. Папе 36 лет. Он родился в 1963 года. Работает водителем. Да. Так, кнопочек нет остальных, но мама, папа, у тебя есть? Бабушки есть? Сестры там, если есть, тоже рассказываешь? Ну. Работал на стройке, захотел работать на стройке, переехал в Москву. Потом он познакомился с мамой. Мама родилась 1963 года, 1965 года. Ей 34 года. Она работает соцработником. У меня есть сестра. Ей 11 лет. Она учится в 6 классе в школе 154. Родилась
90-м году. Вот, 5 января. Мой папа Платонов Сергей Игоревич. Сейчас ему 29 лет. Он инженер-программист. Мама Ткаченко Оксана Владимировна, учитель. Дедушка Владимир Михайлович, инженер. Третий подъезд, квартира 45. Ну, в общем-то, все. Не надо ничего делать, Паш, ты сам показываешь просто, ребятам показываешь. Двадцать пятого июля. Моя мама Ирина Вениаминовна родилась в 1967 году, работает в военном архиве. Мой папа Андрей Владимирович родился в 64 году, работает грузчиком в банке. Горочная лицевую сторону. Мамина мама Людмила Федоровна, пенсионерка, она работала на фирме. Дедушка Андрей Владимирович работает сварщиком. Потом еще мамин дедушка, мне дедушка, он был Вениамин Николаевич, он был моряком. А бабушка Татьяна Тимофеевна, она работала в 6-й больнице медсестрой. Древо. Там расположены кнопки моих родственников. От меня до прапрапрапрабабушки. Я, к сожалению, не смог сделать, чтобы они работали. Скажи про... Ну, я знаю, что мою маму зовут Ольга Вильяновна. Сейчас она не работает, раньше работала бухгалтером. Мама у меня не работает. Кнопка мамы. Я сделал дерево. У меня работает 6 кнопок. Папа, бабушка, дедушка и мама. Бабушка по маме и дедушка по маме. Мама у меня работает врачом-стоматологом. Папа у меня... бухгалтер фирмы. Мама родилась у меня в 1959 году, а папа родился в 1956. Бабушка меня родилась в... Она работала в 6-й поликлинике медсестрой. Значит, она уже на пенсии. Она родилась в 1933 году, а дедушка мой родился в 1956. Он работник Мосгостроя. Второй дедушка у меня был ветеран Великой Отечественной войны. Он офицер. Он уже... Спасибо. Вы... В 24-м году, а дедушка в 23-м.
Вот все. А в каких битвах он участвовал? В каких сражениях, знаешь? В 1945 по 1941 по 1940. А в каких сражениях конкретных, не знаешь? Великая Отечественная Понятно. Война. Все. Мама тоже работает. Бабушка. Кромка бабушка работает. И прадед. Прочти, что там написано в твоей кнопочке. Так, что делают текст? Да. Я здесь как не Спасибо. Вы свободны. Спасибо. Филиппович Андрей Николаевич. Щелкай по кнопке. Не показывай на него, а щелкай прям по кнопке. Год рождения 1957 год. Не работает. Сейчас он не работает. А кем он сегодня? Он работал в Севастополе на корабле, который называется «Сету». Видишь, как это есть? Дальше. Родился 25 января в Москве. Дальше у меня мама тоже работает. Филиппович Елена Сергеевна, учительница по математике в нашей школе. Родилась в 1961 году в городе Севастополе. Бабушка, папа, Филиппович Алла Васильевна. Работала экскурсоводом в первой обороне панорамы Севастополя. Ну, как интересно. 29-го, год рождения 29 января 1927 год. И про дедушка. Охотский Алексей. Охотский Алексей. Прадед. Похоронен в Донском монастыре. Архиепископ. Вот и все. Я вам рассказала про все четыре. А там, по-моему, показывали. А, нет, на листочке сейчас, у меня даже два. Пожалуйста. Вот. Ну, сейчас, Ирина Ивановна, вы положите их. Арки должны быть дерево своей семьи, родственное дерево. Сначала я хочу немножко рассказать про себя. Мне 9 лет. Я учусь в 3 классе в школе ВК 1874. Мой год рождения 1990. Моя мама зовут Марта Васильевна. Она технолог керамика. Она родилась в 1952 году, родилась на Украине, а в Москве с 1972 года. Папу зовут Богдан Антонович, он водитель. Родился он на Украине в 1952 году, а в Москве 1600 бабушка зовут Анна Бабушку зовут Анна Васильевна. Всю жизнь проработала на земле. Родилась тоже на Украине в 1909 году. Опа. Мою маму зовут Ирина Леонидовна. Она раньше работала в детском саду, теперь она не работает. Моего папу зовут Сергей Викторович. Он военнослужащий. Подержи пока чуть-чуть, ладно? Не уходи.
Мою бабушку зовут Мария Михайловна. Она раньше работала строителем. Мой дедушка, моего дедушку зовут Леонид Антонович. Он работает на приемном пункте. Мою вторую бабушку зовут Лилия Викторовна. Конечно, я не написала, что это вторая бабушка. Дедушку моего зовут Виктор Михайлович. Моего дедушку зовут Виктор Михайлович. Моя бабушка Лилия Викторовна, она тоже так, работает. Что за безобразие? Ему 85 лет. Моей бабушке 54. А дедушке 61. Ну и все. К сожалению, не была на том уроке и не смогла сделать рамочки про мои кнопки. Ну, я Титова Юлия Викторовна. Мне 9 лет, я родилась в 1990 году. У меня есть сестра, которую зовут Оля. Ей сейчас 5 лет, и она родилась в 1994 году. Моему папе сейчас... Моему папе сейчас 39 лет. А моей маме сейчас 32 года. Моя мама родилась в 1964 году. Она работает... Работала инженером, а сейчас она учится на Косохой. Мой папа работает директором коммерческой фирмы. Дедушка мой строитель. Так. Вот этот вот дедушка строитель, а папина мама, бабушка моя, бухгалтер. Мамин дедушка, он водитель, а мамина мама, моя бабушка, вторая, она учитель. В 1990 году, мне сейчас 9 лет, я родился 25 мая. И вот какое я делал дерево. Моего брата зовут Юра. Он родился в 1995 году. Он учится в детском саду и очень красиво рисует. Значит, теперь папа. Мой папа Остриков Валерий Васильевич. Он работает машинистом-экскаваторщиком в данный момент. Раньше он работал на комбайне в Подмосковье. Мама. Моя мама Острикова Ольга Юрьевна. Работает она воспитателем в детском саду. УВК номер 1874. Папин дедушка. Он сейчас в нынешний момент работает сторожем. И ему 54 года. Папина бабушка папы. Это... Она сейчас не работает, потому что она уже на пенсии. Ей тоже 54 года. Дедушка мамы, он сейчас на пенсии и нигде не работает, он инвалид. Был на войне. Бабушка мамы,
Мою бабушку зовут Римма Ивановна. Она работает в районе. Дедушка Владимир Коненко родился 1930 года. Он геолог. Все. Спасибо. И кнопки. Папа. Моего папу зовут Максим Владимирович Новоторцев. Родился 1952 года. Он работает главой филиала банка. Мама Новоторцева Ольга Владимировна родилась 1965.